Я сегодня буду показывать видео, что у меня в сумочке на прогулку. Какая пухлая. И что у мамы в сумочке. Что-то ничего есть там такое. Сейчас посмотрим, что-то выпало. Так. Хотите, я вам покажу? Раз, два, три. Подсветка. Без нее так темнее. Ну ладно, пофиг. Начинаю с моей сумочки. Она такая прикольная. Пузыри со свистком. Раз, действие. Наверное, громко. И пузырики. Вон там прямо камеру. Так, не буду увлекаться пузыриками. Дальше у меня расческа такая миленькая. Как раз время причесаться. Дальше что у меня? Мой личный дневник. Все, посмотрим, что там у меня. Ой, я его вверх ногами повернула, простите. Планер. Это мой планер. Тут всякие расчётики. Так. Это интересно. Вот самое классное. Чувак повесился. Так, не будем о моем вот этом вот все. Ну, посмотрим, что мне до... Ой, а, это моя ручка, чтобы писать на нем. Просто соскочила. О, это самая прикольная штука у меня здесь. Я пока не трогаю за вот эту вот штуку. Маша нормально. Когда я за нее тяну... У нее руки ломаются, и ноги тоже. Бедная Маша. Когда мы прыгаем на кровати? Мишка. Ты что себе поломала? Все. Больницы нету рядом, кроме волков. Блин. Вот так. О, гребешок еще один. Только я его использую для причесывания щелки. У меня все отлично. Так, о, это мой второй дневничок. Сейчас мы прочитаем. Треугольники. Не плачь, малыш. Я возьму тебя с собой. Ой-ой-ой. Кто там за дверью? За млеклой. Что там? Смотрите. Мой сын с тобой. Я тогда стихи писала. О, это прикиньте, это том один. Вот это вот том два. Представляю. Я наконец-то нашла. Я буду считать неплики. Уже одна. Короче, считать один наклейка. Да, это помадка. Кто не девочка, не судите. Сейчас. Крошусь в отражении. И та-дам! Это вешалка. Не знаю, что она там делает, но я с ней иногда вот так играю. Такая чик-чик. 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 Типа какая-то пушка. Игрушечный баклажан. Ему здесь не место.
мама для шутки подкинула. О, это моя любимая часть. Я здесь всякие киндеры такие храню. В конце видео покажу. И, наверное, во второй части. Лак для ногтей. Амулет для прикольного кого-то. Фломастер. Я вас сейчас закрашу. Ладно, хорошо, что это на телефонах не работает. Там карандаш и резинка. Там больше ничего нет. Все, вещички быстренько обратно сложу. Все же хорошо, вещички. Не бойтесь. Вылез, мама. Так, я сейчас быстренько покажу, а то уже длинный ролик и процентов мало. У мамы тут что? Ножницы? Что это? Это моё. Мои подушки. Прекрасно. Крем и еще раз крем. Вы серьезно? Если кто-то не подписался, подпишитесь. Кто не поставил лайк, поставьте лайк. Я тут нашла хомяка на днях. Он ест только лайки. А нет, кошку. Она ест только лайки. И подписки. Ну, ты знаешь, что делать. Кошка 113 тысяч просит. На фарме, а? Пожалуйста. И того, и другого. А то я так уйду с канала. Ну, ладно. Упрощаю задачку для своего подписчика. 100 тысяч! Ну, а вторая часть выйдет чуть позже. Пока!